Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» вже знайомі вам тренери із Workout Style – Віталій Гуменний, Сергій Голівець та Родіон Волков. Приветствую вас, Николаев, с вами Workout Style. Это Виталий Гуменный. Я Сергей Голивец. Родион Волков. Сегодня мы с вами рассмотрим такой элемент, как передний виз. Виталий, расскажи, что для него нужно, какие мышцы должны задействоваться при работе. Передний виз – это элемент уже для более профессиональных атлетов воркаута, то есть для тех, кто уже может подтягиваться примерно около 20 раз, отжиматься на брусьях около 30 раз, можно приступать к изучению более силовых упражнений. И сегодня мы расскажем, что такое передний виз. То есть передний виз – это горизонтальная параллель полу, выполняется на турнике, на любом снаряде, который также похож на турник, так как вы помните, что воркаут – это полная свобода, то есть мы можем пробовать выполнять на любых конструкциях. И сегодня мы вам расскажем о том, как обучиться этому, какие есть подходящие упражнения. Мы используем резину для этого, мы используем разные конструкции, разные подтягивания, упрощенные варианты переднего виса и усложненные варианты. Сейчас вы можете наблюдать, что Виталий делает сначала выход, потом заводит ноги в резинку, опускается медленно в упор, в передний виз. Также локти должны быть всегда ровные, положение ровное, носки натянуты на себя, ноги ровные, удержание статикой, удержание спиной, прессом. Также можете использовать не только резинку, если у вас нет резинки, партнера, держите его за ноги, но не так сильно, чтобы он также само участвовал в этом упражнении. У него также ровные руки, также ровное положение туловища и работает спина. Для новичков это один из хороших, самых базовых подходящих упражнений, потому что здесь задействуется не только спина, но еще и пресс, руки, абсолютно все. Руки должны всегда находиться в ровном положении, туловище должно подниматься до положения переднего виса и обратно. Последнее подводящее упражнение – это удержание с сжатого переднего виса, то есть ровные руки, опять же ровные руки, туловище остается ровным, но просто подогнуты ноги. Все то же самое. Держим на максимальное количество раз, задействуется пресс, спина. Еще вам хотим сказать всем начинающим, кто пытается сделать передний виз, кто хочет научиться его, не бойтесь делать большое количество раз, то есть примерно каждое из подводящих упражнений делайте по 5 подходов за одну тренировку. Также не бойтесь, что у вас будут подгибаться руки в локте и подгибаться ноги. Это нормально, потому как поначалу будет сложно. Разбейте, допустим, в неделю там 4 тренировки на передний виз, каждое упражнение 5 подходов в день. То есть всего получается 20 подходов в день на передний виз. С вами была команда Workout Style. До следующей программы, друзья!